Сегодня день празднования Святого Георгия. Давайте еще раз воздадим славу Господу, посвятим благодарение Богу, который явил нам святого великомученика, победоносца и чудотворца Георгия. Существует много икон святого Георгия, а в последние годы был написан еще не один образ, один из которых сегодня находится в нашем храме. Этот образ назван святым Георгием в тигровой шкуре. На иконе изображен святой Георгий, который разит и поражает зло в лице лиса, представляющего собой символ особого злодеяния, лукавства и лицемерия. Этот образ посещает нас не в первый раз. Он явился к нам в день празднества святого Георгия и пребудет в нашей церкви до 22 мая. Четверг на четвертой неделе от Пасхи назван днем святого Георгия в тигровой шкуре. Уже создан и акафист, молитвенное восхваление иконе святого Георгия в тигровой шкуре. В дни нахождения образа в нашей церкви при нем будут находиться подсвечники и лампада, также и акафист, и кто желает, может приходить сюда каждый день и читать перед иконой этот акафист иконе святого Георгия в тигровой шкуре. Всех поздравляю с сегодняшним праздником и явлением в наш храм иконы святого Георгия в тигровой шкуре. И вознесем Господу молитву прощения о скороудручении злых сил, изгнания всякой нечисти силой образа святого Георгия и об укреплении паствы нашей вере христианской. После празднования Дня Святого Георгия идет неделя елеопомазывающих матерей, а также День Великого Царя, Святой Царицы Благоверной Тамар. Мы отметим этот праздник и еще раз прославим Господа, который даровал нам святых царей, в том числе и величайшую царей царицу Тамар. Во время царствования, которое грузинский народ с честью и достоинством нес на своих плечах свою миссию христианства, Картвелоба. Всех еще раз поздравляю, особенно тех, которые носят имя Георгия, потому что сегодня день празднования вашего покровителя. Да будет вам вовеки подмогой святой великомученик, победоносец и чудотворец Георгий, и да благословит святой Георгий в тигровой шкуре всех. Желаю вам долгих лет празднований этого дня святого Георгия. Благостью великого праздника воскресения Господа нашего Пасхи да снизойдет мир, добро, единение на страну нашу, древнюю Иверию. Проповедь настоятеля церкви святой Варвары, иеромонаха отца Заза Бежанишвили в день празднования святого Георгия, 6 мая 2011 года. Thank you.